тоже, так сказать, сплавщики. Ну, они интересны, сплавщики. То есть они фактически прошли 1/3 всего возможного маршрута, но почти весь день, видимо, торчали там на одной вот этой стоянке, где мы их видели. А потом буквально сразу после нее на первой же нитке газопровода вылезли, поставили на тележку и пошли по ней на трассу. Это очень напоминает тот поход, где люди шли вдоль лети и потом вышли к той же остановке. Слушай, а у них же еще мотор был, да? Нет, у них были только эти веселки. По местной электричке, кстати, волжская. Ты тут никогда не был. Сюда по ошибке заехал. Я никогда не видел, как выглядит вот эта платформа, на которой сейчас редко ходят поезда.